Савино-Старожевский монастырь входит в топ-5 самых популярных у туристов храмов и монастырей Подмосковья. После реконструкции территории передвигаться по ней стало удобнее как автомобилистам, так и пешеходам. Очень доволен качеством проведенных работ. Мы заменили покрытие здесь на дорогах порядка 2,5 километров нового асфальтового покрытия. Даже где-то приходилось старые бетонные плиты снимать, делать под основу, и потом появился уже асфальт со всей разметкой, с бордюрами, появились новые тротуары удобные, причем уже тротуары не в плитке, не в асфальте, а сделаны в плитке, в качественной, которая не скользит и будет долговечной. В ходе реконструкции территории монастыря отремонтировали дороги, обустроили тротуары и обновили существующие, сделали освещение, увеличили число парковочных мест. Впрочем, еще есть над чем поработать. Забор принадлежит санаторию Министерства обороны, мы уже вышли на определенные договоренности, и забор будет тоже в нашей архитектурной концепции. Мы его заменим либо до конца года, либо уже по весне, как только можно будет приступать к таким работам. Комплекс работ на территории рядом с Савино-Старожевским монастырем стал частью подготовки к юбилею Звенигорода. В 2022 году городу исполнится 870 лет. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».